дамы и господа, я по-настоящему горд, что сейчас я нахожусь в Пекине, и у меня есть возможность, я открываю форум, посвященный Олимпийским играм. Олимпийские игры 2008 в Пекине. И прямо сейчас я выхожу на сцену для того, чтобы в блистательном, как всегда, настроении дать старт олимпийцам. Thank you.
Это вот так вот пробираться после концерта. Очень опасно. Это очень опасно. Надо полиция уже предупредила, что надо без никакой задержки сесть в машину. Чтобы поклонники не узнали, где будет машина для Витаса, постоянно крутится машина для Витаса. Это вот настоящее чрезвычайное происшествие, просто настоящая катастрофа. Вы можете посмотреть, дорогие мои друзья, вот так вот продается пиратская продукция по всему большому и замечательному Китаю. Мы просто остановились на улице и видим, как в огромном количестве продаются портреты нашего дорогого Витаса. Обратите внимание, рядом стоит полиция, но вот очень с удовольствием рекламируют. Полиция сзади стоит, можете посмотреть, Дмитрий. Вот, посмотрите, вот, пожалуйста, стоит полиция, и все это дело охраняет это замечательное пиратство, которое царит вокруг Витаса. Но мне не жалко, потому что 16 тысяч зрителей в Пекине ждут начала концерта, все билеты проданы, полный аншлаг. Я счастлив, даже несмотря на эти, посмотрите, Дмитрий, вниз, на эти кадры, это тот самый Витас, видите, немножко стал похож на китайца в последнее время. Немножко стал китайский образ глаз приобрел, но тем не менее это все-таки он. И вот видите, вот покажите, а дайте вот ту штучку мне, вот ту. Кам, я хочу купить. Не, вот ту. Вы видите? Вот. Вот ту. Ой, как хорошо. Это тоже, видимо, по Витас. Ну вот, друзья, вот так вот происходит у нас. А пойдемте, Дмитрий, сюда посмотрим еще вместе со мной, потом нарежем. Пусть снимается. А сейчас мы пройдем к другому лотку и посмотрим, что еще продается под именем Витас в этом замечательном, прекрасном городе Китайской Народной Республики. Небольшая экскурсия. Вот, дорогие мои, вот, пожалуйста, вам еще одно чрезвычайное происшествие. Посмотрите, вот оно, наш дорогой Витас, вот. Видите? Вот они, собственно говоря, те самые миллионы, которые лежат, можно сказать, на полу. А вот, посмотрите, видите, я как просто... Посмотрите, как красиво, какие они умные, талантливые, производительные и разнообразные. Вот тебе буковка В. Тоже Витас. Вот так вот у нас. А вот можем вытащить, например, о! Витас прям говорит, не надо продавать пиратскую продукцию, пожалуйста. Давайте честный бизнес делать. Но ничего не можем мы поделать. К сожалению, вот посмотрите.
Я надеюсь, все 1,5 миллиарда китайцев будут иметь дома вот такие вот картинки, такие замечательные календари, будут счастливы и у всех будет хорошо. Видите, параллельно нас снимают, видимо, для программы «Чрезвычайное происшествие по-китайски». Не Майкл Джексон. Нет ли у вас Майкла Джексона? Майкл Джексон. Do you know Michael Jackson? Yeah. Michael Jackson. I won't buy. Michael Jackson. No? Витас? Yeah. Витас? Ну вот, дорогие друзья, вот так вот происходят наши замечательные, прекрасные гастроли в Китае. Несмотря на чрезвычайные происшествия, ты не поверишь. Вот это вот продается по всему Китаю. Я счастлив, рад, потому что это и есть настоящая популярность, которая пришла в наш дом. И это российско-китайская дружба. Я все сделаю для того, чтобы она крепла, чтобы продавалось больше плакатов, чтобы продавалось больше постеров, чтобы было больше вот этого в каждом доме, буковка В. Спасибо. Видите, здесь Майкла Джексона не любят. Здесь любят Витаса. Спасибо. Пока. Привет Москве. Спасибо Китайской Народной Республике. Увидимся в эфире.
Oh,